Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопи Джану Самаюктам Бриндаваном Манохар Ванша Калпатару Ващаке Пасинду Бхавача Патитанам Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намах Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Ятки Патам Ханванди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсите Пайпиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намах Нараяна намаскритта наранжайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкетане Кришна кото упадеш Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша жагод варун Дейям сада парибхавагнам виштадухам Титас падам сивавиринчанатам сараньям Бхитатихам панатапал бхавадибхутам Банде махапурусате чаранаравиндам Ятпада паллавана качандамани чатай Биспуриджитакимапикабхавадушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти сарадикамай када кироши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита хужау канака бодату Санкиртаной капитару камала ятакшо Вишам бару дижа бару жугодхар мапалу Банде жагат приякару Каруна бутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирандара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Вадане Лакшмирджа Шача Вакшаши Ясьястхиде Самбихи Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рам Рам Хари Хари
Гурарануграхенайва пумана пурна пашанта. Гурарануграхенайва пумана пурна пашанта. Гаудия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, bonded soul going to open the exhibition of Guru Seva. Gauriya Gostipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Jagadguru told. Gaudiya Gostipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Говорит, что обусловленная душа, она может, она часто делает Гуру Севу на показ. Обусловленная душа не часто вроде совершает Гуру Севу, но до какого уровня, до того, пока их личные корыстные интересы не задеваются, иначе они оставляются. То есть до тех пор, пока их личные корыстные интересы не задеваются, они могут совершать Гуру Севу. А когда как-то их корыстные интересы как-то ущемляются, то они эту Гуру Севу сразу же прекращают. Гуру Сева — это не шутки. Это очень серьезное, чтобы посвятить свою жизнь и душу Гуру Севе, это практически невозможно. Обусловленные души, они не могут совершать Гуру Севу. Если Гурудев говорит что-то, чтобы отругать ученика своего, то такие часто можно видеть, что такие... Так называемые ученики возмущаются, говорят, совершайте вашу Гуру Севу без меня. Если, например, Гурудев хочет нас как-то отругать, то в этом случае, если я начинаю возмущаться и прекращаю что-то делать, для Гурудева это очень печально, и после такого отказа что-то делать. Часто можно видеть, что люди начинают оставлять Гурудева и начинают с ним соревноваться, конкурировать как-то, чтобы пытаться его победить. И вот после этого они начинают выступать непосредственно против Гурудева. Если открыто буду говорить об этом, то не каждый может это вытерпеть. Так много примеров я могу привести. Но далеко не каждый может потерпеть, даже слышать эти примеры. И были очень важные такие знаменитые люди, даже ученики Шрилы Прабхупады, они иногда пытались конкурироваться с Шрилой Прабхупадой. И вот вначале начинается такой отказ что-либо делать, потом попытка конкуренции с Гурудевом и потом делание все наоборот, и какие-то нападки на Гурудева. К сожалению, такая Гуру Сева иногда встречается из-за того, что Гурудату не понимают правильно. И в тот день, когда мы осознаем Гуру Таттву, мы будем плакать. Когда мы осознаем, что такое подлинная Гуру Таттва. Гуру Таттва — это единственная Таттва. И Кришна тоже приходит под эту Таттву. До Радхарани — это хорошо. Таттва — это единая Таттва, это единственная Таттва. И Кришна тоже попадает в эту категорию. И после этого, если мы скажем, что есть какая-то другая Таттва, Кришна, которая принимает служение, но все же можно сказать, что Кришна, он тоже действует как Гуру. Я знаю, что есть Гуру Таттва, и Кришна Таттва, Гуру Таттва, она служит Бхагавану, то есть и Севья Таттва, и Севак Таттва. Тот, кто служит, и тот, кому служит. Но все же, если посмотреть,
повнимательнее, то можно обнаружить, что в эту Гуру-таттву также входит Кришна-таттва. И вот я говорил на хинди, Махарадж сейчас говорит о Удхав-таттве. Это очень сокровенные вещи, что Кришна перед тем, как оставить этот материальный мир, он рассказал весь Бхагаватам Удхаве. Это невозможно. Это очень глубинная таттва. Это очень сокровенное знание. Если вас узнаете, то, несомненно, сможете пересечь этот материальный мир с легкостью. И вот хотя я знаю, что есть две таттвы, то во всех бесконечных мирах есть только эти две таттвы. Кришна-таттва и Гуру-таттва. Гуру-таттва — это Севак-таттва и Севья-таттва. Или кто-то может сказать, что это Вайшнава-таттва, но Вайшнава-таттва, она попадает под категорию Гуру-таттвы. И хотя я знаю, что Кришна, Он вездесущий Верховный Господь, но все же Он тоже в категорию Гуру-таттвы попадает автоматически. И хотя мы знаем, но все же Он в эту категорию попадает. Иначе почему Бхагаван, Он дает наставления в Гите, в Удхав-самвате и прочих местах время от времени? Бхагаван Шри Кришна, Он действует как наш гуру. Кришна, Он не говорит какие-то лекции, хотя мы знаем, что у нас есть. Мы знаем, что у нас есть стопроцентная вероятность превратно понять Кришну. И, превратно понять Гурангу Махапрабху вероятность гораздо меньше. Но Кришну понять превратно гораздо проще. Всю жизнь Кришна, Он действует как гуру, Его ачарана, Его раса-лила, не каждый может понять это. Но это наша проблема, что мы не можем понять Его, но Кришна действует как гуру. Если мы Его не можем понять должным образом, то это уже с нашей стороны недостаток. Кришна, Он показывает своим примером, как Он служит гуру всю жизнь. Как? Ну да, это так. Он служит гуру. До последнего момента своей жизни Кришна служит гуру. И как это возможно, когда Кришна родился? После этого так много случаев я могу рассказать. Вы можете видеть Нанда Баба. Он сказал Гопалу: «О Гопал, я забыл мои тапки». И Гопал пошел и принес обувь на голове своего отца. И вот он хотел доказать важность Гуру Севы. Кришна мог взять на руках это понести. Но Кришна взял бы, понес их на голове, чтобы доказать важность Гуру Севы. Кришна хотел показать нам важность Гуру Севы. И когда Он нес дрова для Гуру Дева, когда Он отправился в лес за ними всю дорогу, всегда Кришна, Он выражает почтение Гуру, Он служит Гуру, хотя Он сам источник всех Гуру, но все же Он своим примером показывает, как нужно служить Гуру Деву. Даже Баладев, который есть изначально Гуру Таттва, Он исходит из Кришны, и Кришна Баларам, они не отличны друг от друга. Это первое проявление Баладева Кришны, Нитянанда Прабху. Нитянанда Прабху — это первое проявление Гауранги Махапрабху. И вот всю жизнь, если вы, я могу множество примеров показать, как Кришна служит Гуру Деву, даже Двараке, в Индрапрастхе, во Враджадхаме, где нет, везде, всегда Кришна, Он служит Гуру, даже Кришна служит Радхарани,
как Гугу. Кришна служит Радхарани, видя ее как Гуру, принимая ее лотосные стопы к себе на голову. Можете ли вы это представить? Это непостижимо. Гопи. Иначе почему гопи говорят так? Джама, Абаджано, Дурджана, Грио, Сингхала, Сангбришча, Тадва, Пратияту, Садхана. You get satisfied by your happy, by your highness. Будь доволен своим величием, о Гопи. Пожалуйста, будьте довольны своим положением, своим великолепным положением. И мне нечем вам отплатить, что я могу дать вам. Это значит, эти слова, они сами могут доказать, что Кришна служит Гуру. Правильно или нет, это Сиддханта, описанное в шастрах. Это подлинный Сиддханта. Я не могу отплатить моему Гурудеву, просто давая какие-то деньги, даже в больших количествах. Если хочу отплатить Гурудеву за дикшу, за харинам, мы деньгами не можем это сделать. Это невозможно. Чем же мы же должны отплатить ему? Я не могу отплатить какими-то материальными вещами за знания, которые он дал. И так каждый Сиддханта приводится здесь, когда Кришна говорит всем гопи, что я не могу отплатить вам. Будьте довольны своим великолепным положением этого, и мне нечем отплатить вам. Это значит, что Кришна думает, что все гопи — это не его объекты наслаждения. Я Махарадж 2 часа будет говорить об этом. Если вы обвиняете Кришну, это будет причина вашего падения. Или если вы превратно понимаете Кришну, то это ваша неудача. Весь мир критикует Кришну, но что Кришне до этого? Кришна, он клонится Юдхиштхира Махараджу, прикасаясь к его лотосным стопам, головой. Почему? Он Верховный Господь, зачем он это делает? Питамаха Бишма, последний момент, он оставил тело. Почему? На поле боя. Вы знаете об этом. На поле боя он, Питамаха Бишма, он лежал. И Кришна пришел, чтобы служить Гурудеву. Кришна думал, что Питамаха Бишма мой Гуру. Бхакта, мы знаем, преданные. Почему? Я могу привести свидетельство. Кришна пришел со всеми панчапандовыми. И Кришна, он молится Питамаха Бишме. И Питамаха Бишма, он дал последний совет каждому, включая Кришну. Даже когда я обсуждаю о последних наставлениях Кришне, Удаве, Кришна говорит Удаве, Удав, достаточно давно, когда ты спрашивал меня, Кришна говорит: о, Удав, то, что ты спрашиваешь, о чем спрашивал меня, я это ответ на этот вопрос я слышал от Питамахи Бишмы, пытайтесь понять. О, Удав, то, что ты спрашивал, это все то же самое. Я слышал из уст Питамахи Бишмы. Кришна, он не переступает через учение Бишмы. Нет. Как Валлабхачарья был некий бестолковый, а он возмущался и говорил, что не признает комментарии Сиддхас Госвамипада перед Махапрабху. Валлабхачарья, он сказал, что я написал тут получше комментарий, чем тот, который был на Бхагаватам. Я не могу принять комментарий Сиддхас Госвамипада. Махапрабху был очень недоволенным, что ты несешь. Никогда не пытайтесь делать так. Тот, кто не принимает Сиддхас Госвамипада, он подобен проститутке.
как ты. You don't obey Siddha Swami. Следующий Шридас Госвами, он знает все внутреннее значение Бхагаватам по милости Нарисимха Дева. Нарисимха Дев, он на его языке пребывает Сарасвати, Шакти Тато. И ты хочешь игнорировать Шридас Госвами Пада, что ты несешь? Ты хочешь избежать наставления Шридас Госвами Пада, мы все, весь мир. Они выражают почтение Шридас Госвами Пада. Весь мир он уважает Шридас Госвами Пада из-за его, из-за того, что написал такие великолепные комментарии к Бхагаватам. Он изначальный комментатор Шримад Бхагаватам, а ты хочешь приступить через него. Мы все знаем значение Бхагаватам по его милости, и что ты пишешь какую-то тсебятину, зачем? Валабхачарья, он хотел Он выразил таким образом пренебрежение гуру к Шридас Госвами Паду. Он наш гуру, он гуру всех и каждого. И такого неуважения Махапрабху не мог потерпеть. Махапрабху сказал, наша гуру варга, и ты хочешь избежать преследования ей, но здесь Кришна Бхагаван не избегает Питамахабишма и его учения. Кришна Бхагаван, почему? Поскольку, хотя Питамахабишма, он преданный, но все же Кришна, он относится к нему как к своему гуру. Иначе почему Кришна говорит, что я говорю о Сиддханте Шрила Прабхупада, Шрила Кеша Госвами Махараджа? Почему? Поскольку хочу служить своему гуру. И также Кришна, он являет подобное настроение. Кришна хочет он принять наставление Питамаха Бишмы и рассказать об этом Удаве, это из Гурусева. Помните, повторять учение нашего Гурудева. Шрила Прабхупад совершает Гурусеву, хотя он не готовил для Гуру Кишвардас Бабаджи Махараджа, но все равно он совершал Гурусеву. И поэтому весь идеализм, весь этикет, весь характер, все поведение Гуру Кишвардас Бабаджи Махараджа можно найти в практической форме жизни Шрилы Прабхупады. И поэтому, если кто-то заявляет, что Шрила Прабхупад не совершал Гурусева, они совершают, это глупость. Хотя внешне такие люди не видели, что Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, он не служил физически Гуру Кишвардас Бабаджи Махараджа, не готовил, не стирал для него, ничего не делал такого. Но Гуру Таттва — это очень важная таттва, она очень обширна, что я не могу объяснить ее полностью, даже Питамаха Бишма. Когда он решил, что я победю, и вот он, Кришна, он решил, что на поле боя Курукшетра он не будет только колесничим, этим кучером, но сражаться не будет брать никакого оружия в руки. Кришна был побежден, поскольку Питамаха Бишма был гуру. Во время оставления своего тела он сказал: чтобы доказать, что я, мое решение, оно совершенно. Питамаха Бишма сказал, чтобы доказать, что мои слова, они совершенны, и чтобы доказать, что решение Кришны было неправильно. Ну, то есть он заставил Кришну взять оружие в руки. И в Бхагаватам везде, даже Кришна, он относится к Дурвасе как к гуру. И вот Кришна служит гуру-таттве таким образом.
не просто Кришна ходил в Гурукулу, что-то слушал, и на этом все кончилось. Нет, Кришна, когда пришел в Гурукулу в Уджайни, он служил Гурудеву, и смотрите, на этом его Гурусева не закончилось после того, как он закончил учиться в Гурукуле. Если кто-то скажет, что мы достаточно совершили Гурусевы, и можно отдохнуть, это не настоящая Гурусева, это глупость. И кто-то такие, можно наблюдать иногда, что люди совершают какое-то служение летом 25 годов, и потом хотят уйти на пенсию. И, к сожалению, можно видеть все такие так называемые севаки. Служат и мечтают уйти на пенсию от такого служения. И тоже можно видеть, что какие-то люди тоже после того, как проповедуют, хотят уйти на какую-то пенсию от этой проповеди. И кто-то заявляет, что я так много проповедовал. Но если посмотреть, что это за проповедь. То есть такие люди часто проповедуют, чтобы только прославиться. И в итоге от приходящей славы, эта слава их постепенно убивает. И такие люди, они, как правило, не знают Сиддханту. У них всегда не привержены какой-то группе определенной. Они, у них нет беспристрастности. Хотя в Чайтанья Чаритамрите говорится и подтверждается. И вот там говорится, что вначале мы должны достичь нейтрального, беспристрастного уровня. И вот в Чайтанья Чаритамрите говорится, что вначале всего мы должны утвердиться на нейтральном уровне. И потом, что говорится там? До тех пор, пока мы не утвердимся на такой нейтральном, беспристрастном уровне, то мы не сможем поддерживать даже какую-то обычную жизнь, даже свою семейную жизнь. Если мы не будем беспристрастными, то, как правило, совершим ошибки. Ваши корыстные интересы, ваша политика не может позволить вам находиться на нейтральном уровне. Обычная дхарма, она невозможна. Будет, что говорить о Бхагавад-дхарме. И вот в Чайтанья Чаритамрите говорится. До тех пор, пока мы не утвердимся на нейтральном уровне, мы не сможем следовать даже какой-то обычной дхарме. Что говорить о Бхагавад-дхарме? Бхагавад-дхарма настолько совершенно, настолько точна. Если вы достигнете того уровня, такой точности, это значит, что вы можете обнять Кришну буквально. Если вы аккуратны, точны в Бхагавад-дхарме, в пути исследования ей, то будьте уверены, что вы уже достигли Кришны. Но это практически невозможно, но мы должны делать это вызов в нашей жизни кому-то. Это очень сложно. Почему вы пришли? Приехали сюда так издалека. Это может практически невозможно выглядеть с первого взгляда, но мы должны решить и делать, и это станет возможным. Какие-то политики. Гитлер, например, написал, что слово «невозможно» встречается только в словаре глупцов. Я смеялся, когда мы это изучали. Хотя человек вроде плохой, но не очень. Если такие хорошие вещи говорят, «невозможно» — это слово, которое можно найти в словаре глупцев. Возможно, все. И вот в материальном мире такие комментарии и слова, если они есть, то почему не может быть их в духовном мире? Мой Гурупад Падма, Шрила Кешав Госвами Махарадж, он комментировал на эту тему, написал комментарий.
to maintain, чтобы поддерживать, my Gurudev, to maintain neutral, поддерживать такое беспристрастное, нейтральное состояние, если я встречусь с множеством проблем. И вот если в процессе поддержания своей беспристрастности, если я встречаюсь с множеством проблем, поскольку я не принадлежу к какому-то определенному обществу, поэтому часто случается так, что все как-то критикуют, как-то нападки какие-то совершают. Хотя вроде такой человек друг всех и каждого, но не все вот так воспринимают. И вот нейтральный такой беспристрастный уровень — это такой уровень, если вы на нем находитесь, то часто можно видеть, что все пытаются как-то напасть на таких людей, которые еще и говорят истину. Недалеко не все одобряют это. Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, чтобы поддерживать мое нейтральное положение, если весь мир выступает против меня, но все же я должен следовать идеализму, держа этого, находясь на этом беспристрастном уровне и крепко держась за абсолютную истину. Я должен показать пример всему миру. Пусть кто-то нападает на меня, пытается бороться как-то, но все же я не отклонюсь от этого истинного пути ни на дюйм, поскольку я уверен, что я нахожусь на том уровне, который показан, и на том пути, который показан моей Гурувага и Гурудева. Даже если кто-то хочет убить меня, то я все равно не сойду с этого пути. Это зовется Гуру-сева. Иначе это получается лагу-сева. Есть гуру-сева, такая тяжелая, конкретная сева, и лагу-сева какая-то легкая, нестабильная. Между нет ничего, то есть есть гуру-сева и лагу-сева. Служение майя, если вы не совершаете гуру-севу, то тогда получается, что вы служите майе. Есть два вида служения. Если вы не совершаете гуру-севу, я уверен, что вы совершаете майя-севу. Поскольку между ними нет ничего. Кто-то совершает гуру-севу и майя-севу, такое невозможно. Если вы идете на компромиссы, постоянно, и что гуру-севу и майя-севу совершаете, Шрила Прабхупад говорит, это невозможно. Совершать гуру-севу и майя-севу одновременно невозможно. Кто говорит? Все это ложно. Либо вы гуру-севу совершаете, либо лагу-севу. Гуру-сева — так, нечто такое, что я, сидя на Вьясасане, обещаю, если вы в какой-то день начнете совершать подлинную гуру-севу, попытайтесь в своей жизни сегодня, например, если вы сможете совершить какую-то гуру-севу, значит, чтобы Гурудев был доволен вами. Гуру-сева значит делать нечто, чем Гурудев будет доволен. Даже ваши попытки, даже неуспешные попытки, как я вчера приводил пример с белкой, она пыталась носить песок на своей мокрой шерсти, но Бхагаван увидел это и был доволен. И вот если вы распространяете учение Гурудева или делаете что-то подобное, то вы обретете великую милость. Но если вы делаете это все для удовлетворения Шрилы Прабхупады и нашей Гурварги. И вот Гуру-сева, нет вопроса пенсии в процессе Гуру-сева. И вот Кришна, всю жизнь,
он совершает гуру-севу. Куда бы Кришна ни шел, он прикасался к лотосным стопам Кунти-деви, к Васудеве и Деваке. Кришна хотел служить Нанди и Яшоде. Все время он совершал гуру-севу. Не то, что Кришна пришел в Гурукулу. И он и всю оставшуюся жизнь он совершал гуру-севу. Зачем Кришна совершает Вастахаран-лилу и другие лилы? Разве это гуру-сева? Ну да. Если посмотреть в суть этих вещей, то мы увидим, что это гуру-сева, чтобы гопи, и чтобы исполнить желание гопи. Например, мой гурудев, он занят в служении читания вани. Вот вы знаете, Шрила Бхакти Прамодапури Госвами Махарадж всю жизнь он был занят в читании вани севе. Шрила Прабхупада дал ему ручку, и мой гуру Махарадж, он говорил: «О, мои дети, Шрила Прабхупада дал мне одну ручку». И сказал, чтобы писал и редактировал этот журнал читания вани, и с того момента до последних моих дней ему уже за 100 лет было, уже тяжело было писать, руки тряслись. Я могу показывал вам письма Гуру Махараджа, он писал мне письма. Он показывал мне, учил, как нужно редактировать должным образом, но я... Но ему тяжело было писать уже в таком возрасте. И вот он говорил мне сейчас, в таком пожилом возрасте, я не могу оставить служение Шрилы Прабхупаде, поскольку Шрила Прабхупада дал мне это служение, как я могу оставить его. И вот до последнего момента своих дней он следовал и делал то, что сказал ему Шрила Прабхупад. Мы должны прилагать наши лучшие усилия. Мы должны все делать наилучшим образом, чтобы Гурудев был доволен нами. Если мой Гуру Махарадж он доволен моей вани-севой, то тогда я чувствую, что я очень удачлив. Если мой Гуру Падма отвергает меня, говорит, что я полон ложного эго, это не значит, что это неправильное служение. Это зависит от моего сердца, может ли Гурудев принять мое служение или нет. Я совершаю это вани-севу с настроением гуру-севу, чтобы Гурудев был доволен мной. Я говорю то, чем Гурудев будет доволен. И я не должен говорить для удовлетворения каких-то слушателей в жизни Шрилы Прабхупады. Однажды кто-то дал ему большое количество денег. Даже Мерседес подарили. Но в то время автомобиль был такой большой роскошью. Но все же Шрила Прабхупада не просил каких-то особых знаков внимания этому человеку оказывать всю жизнь. За всю жизнь Шрила Прабхупада никогда не льстил. Он знал, что человек, который пожертвовал машину, пожертвовал это для служения Гурухари, для служения Гауди Матхи, Гуранги, а не мне, поэтому зачем идти и льстить таким людям? Some acharya forcing me. Come in same car. I already told I can speak Harikatha here in Salt Lake, and you can drop me. I can go to Mayapur. Go to Navadvip. Okay. Then when the place coming? И вот однажды Махарадж был в Калькутте на каком-то собрании. Там. He forced me. No. You must go there. You must. I cannot go. I cannot go. You drop me here. Ну, в общем, договорились, что Махараджа где-то высадят по дороге в Майяпур. И потом передумали, решили заехать еще в какой-то храм, который построил непонятно кто.
На Махарашу, в общем, в этот храм не поехал, несмотря на то, что его пытались как-то сделать так, что он туда приехал, но Махарадж все равно сел на электричку и уехал в Майяпур. Я должен служить Гуру Падме, а не Майи. И вот мы должны совершать каждое служение для того, чтобы Гурудев был доволен. Даже наш сон, он должен быть ради Гуру Сева. Пытайтесь следовать тому, что говорю, даже ваш сон или ваша еда, ваше мировоззрение, хождение, говорение чего-либо, все должно быть Гуру Саве. И тогда я обещаю вам, если сможете сделать это, то в этой жизни, то я сидя на Вьясасане, я обещаю вам, что в этой жизни вы достигнете успеха. В этой жизни вы можете достичь успеха, вам не нужно ждать следующей жизни. Но можете ли вы это делать? Если вы хотите, то тогда вы должны принять решение избегать асатсанги. Не то, что вы можете прийти ко мне и совершать какую-то асатсангу, что это естественно, там, то и все, то я не могу гарантировать тогда в этом случае, что вы достигнете подлинного успеха, если вы пришли ко мне, но не решили избегать асатсанги. Хотя вот в киртанах Шрила Бхактивинода Тхакура написано. Рупа Госвами подпишет Анакулья-насан. Вот, вот эти слова. И вот Бхакти Расамрита Синдху говорят такие слова. И Кришна, он совершает Гуру Сева. Нет сомнений в этом. Кришна, он совершает Гуру Севу таким образом. Что Гурудев всегда доволен им. Кришна, он учит нас не только Сандипани Муни, от которого он что-то узнал. Смотрите, все знание исходит из Кришны, но Кришна, он дает нам такой пример, что не только Сандипани Муни, от которого он узнал Веду Веданту, его гуру, но нет, каждый мой гуру. Каждый мой гуру. Не только Сандипани Муни. Бхадури Муни. Дурваса Муни, Кришна тоже воспринимает как гуру. Кришна видит буквально всех и каждого как своего гуру. Всю жизнь Кришна таким образом дает нам пример своей собственной жизнью. Все, куда бы вы ни смотрели, что бы вы ни видели, о чем бы вы ни подумали, вы должны думать об этом как о том, что является предметом Гуру Севы. Мы не должны наслаждаться чем-то. Мы не должны выражать такое наслажденческое настроение. Все должно быть, на все мы должны смотреть, как на объект Гуру Севы. Наше, если мы едим что-то, тоже должно быть для удовлетворения Гурудева. И тогда в этой жизни нам не нужно ждать следующей жизни, я обещаю. Тогда вы сможете достичь успеха. Можете ли это сделать, когда вы учите кого-то, даете, проповедуете, то вы должны думать, что вы исполняете указания вашего Гурудева. Каково смысл наших лекций? Кто? То есть мы должны делать все, чем Гурудев будет доволен. Гурудев может вложить силу в нас, вложить свою милость. И тогда по этой милости мы сможем что-то сделать. Вчера из-за недостатка времени я не смог объяснить. Вот здесь говорится, Кришна говорит, когда солнце, вот, когда солнце зашло, началась с непогода, гроза, дождь, ливень.
и все затоплено было водой. Мы не могли понять, куда пойти, как идти, куда идти, где идти, все было затоплено водой. Вот и я, Кришна говорит, судами. И вот мой друг, помнишь, мы вместе держались за руки в то время, пытались как-то не потеряться, по крайней мере, и держали дрова на своей голове. И вот все было затоплено водой. Мы чувствовали холод. И вот я уже вчера объяснил, сейчас я... Сурьяшастрам гатустава тамаша абритаддиша нимнам кулам джаломаям на прагьяято кинчана. И вот мы не можем понять, куда нам идти. All direction we cannot understand. It is north or east or west. Where to go? We cannot decide. Мы не можем определить, куда же нам нужно идти. Где север, где юг. Баям бришам татру маханилаамбубхир ниханнамана мухурамбу самплаби. What did he? Баям бришам татру маханилаамбубхир ниханнамана мухурамбу самплаби. When all inundated, и вот когда все затоплено, мы находимся в таких проблемах, и в этом случае мы не можем определить, куда идти. It is written. И вот здесь говорится. Бабрим атура. We become very fearful. Мы испугались. We are suffering very much. Страдали от такой непогоды. Этат видитва удите рабу санди панир гуру. Этат видитва удите рабу. Этат видитва. Удите рабу санди панир гуруху аннешмана но шишо начарджо апаша апашад атута атурано. Yesterday I told you that in very early in the morning, whole night Gurudev could not take rest. И вот вчера говорил, что санди панему не очень беспокоился. О, Кришне и судами, куда же они ушли? Зачем в такую непогоду их послали в лес? Может, съели тигры или шакалы в лесу? И вот Санди Панимуни с утра пошел искать их, и в итоге он обнаружил, что мы стоим под деревом, держа дрова на голове, и Гурудев, увидев нас, заплакал. Атма вой прани нам престаха стамадритто матпараха. What did he? Aho he putra ka juyam ashmadarthe yati dukshitaha atma vai praninam prestaha stam anadritto matparaha. You too, we know. И вот вы, мы знаем в нашей жизни,
Душа, она очень важна. Душа очень важна. Даже мать много раз такое случалось. Все спят. Ну, в Индии такое часто, что дамба какая-то разрушилась, тут затопила низлежащие деревни и города. И вот какая-то мать может схватить своего ребенка и как-то пытаться спастись, но если поток воды очень сильный, то она не то что себя защитить не может, но и ребенка. Сначала мы себя должны защитить. Все живы, все души, вначале они должны защитить себя. Потом кого-то, если могут вообще. Некоторые там и себя не могут, не то что других. И вот Кришна, точнее Сандипани Муни, Гурудев Кришна говорит: «О, мои сыновья, вы посвятили свою жизнь мне. Наша жизнь — это очень нечто важное, но вы посвятили свою жизнь мне». Вы забыли о своем собственном теле. И вы совершаете гуру севу. Я очень счастлив. Я очень счастлив вами, вашим служением. Гуру говорит. Я очень доволен вами. Какая важность сиддханта, смотрите. Кто говорит? Гурудев говорит, Сандипани Муни. Сандипани Муни speaking. И вот Сандипани Муни говорит. This is the это Сиддханта. Это обязанность ученика. This is the duty. This is the Siddhanta. Это Сиддханта. Вичар. Идеализм подлинного ученика, чтобы посвятить жизнь Гурудеву. Вчера я говорил, если вы решили совершать гуру севу, то тогда будьте готовы прыгнуть в огонь. Кто-то может критиковать вас, бороться с вами. Как в моей жизни это случалось, многие пытались как-то прекратить мою харикатху, как-то выступали против, все знают об этом, но я на 100% уверен, что я нахожусь на совершенном уровне, который показал мне Гурудев и Шрила Прабхупад. Я пытаюсь находиться на нем. Может, какие-то недостатки во мне есть, но если вы их найдете, я рад и готов их исправить. И вот Сандипани Муни говорит Кришне: Картабьям гуру нискритам, джадбай шуддо бхавена, сарвартха атмо самарпанам гуру. Everything, все. Tan, man, dhan, in Hindi. На хинди. Tan, body, тело, speech, mind, речь, ум, money, деньги, все, что у нас есть, мы должны посвятить это гуру севе, и тогда мы сможем обрести полную милость. Этадивахи шасисвайхи картабьям гуру нискритам джадбай вишуддо бхавена сарвартха атмо самарпанам гуру. All, everything. Все, что у нас есть, мы должны предложить лотосным стопам Шри Гуру. Наши деньги, положение в обществе, наше знание, образование, силу, власть, все, что у нас есть. Хануманджи, он служил Рамачандре, всем, что у него есть. Куреш, он служил Гурудеву, всем, что у него есть. Рамачандре, он служил Гурудеву также, всем. И Ядавачарья, я говорил раньше о нем, когда Рамачандре, он хотел встретиться с
Ядавачарья – это майявади, на самом деле. И вот Ямуначарья. Ядавачарья, он майявади был. А Ямуначарья это был. И вот Ямуначарья Гурудев его Гурудева. Он хотел встретиться с Ямуначарья, Ямуна Муни, но в итоге по дороге он услышал, что тот уже оставил тело. Он был очень опечален, как оставил тело, я хочу хотя бы увидеть его вот в последний раз. Рамачарья, он был очень опечален, но так или иначе смог сдержать себя и дошел до того места, чтобы увидеть лотосные стопы Ямуначарьи, но обнаружил, у него три пальца были вот так вот согнуты. Ямуначарья, благодаря своей трансцендентной интуиции, он понял, может быть, несомненно, он подумал, что он хочет, чтобы я исполнил его три желания. И вот Рамачарья сказал, что я уверен, что три желания этой возвышенной души я должен исполнить. Они еще не исполнены, я должен их исполнить. И вот Рамачарья, благодаря своей трансцендентной интуиции, он понял, может быть, в жизни Ямуначарьи три вещи еще не сделаны. И тогда Рамачарья по благословению Ямуначарьи дал обеты. Я напишу комментарий. Я обещаю, что я напишу комментарий к Веданте и уничтожу Майваду. И один палец открылся. Three finger fold, na? One finger open. Then second time, going to speak something, сказал, which is the desire of that, another finger. Third finger. Then, и, в общем, дал три обета, и таким образом эти три, все три пальца распрямились. Это было желание Прабхупады написать комментарии к Веданте и Упанишадам. Но из-за своей занятости Шрила Прабхупад не успел написать этот комментарий, не смог составить вайшнавский словарь. И вот он хотел составить Гаудия Вайшнава Абидан. Потом впоследствии Харидас Баба написал этот словарь. И там значение всех слов приводится, всех терминов. И вот Шрила Прабхупад из-за такой своей занятости он не успел в своей жизни написать это все. Это желание было исполнено моим Гурудевом Шилой Бхакти Шируп Сиддханте Госвами Махараджем. Он написал комментарий к Гаудия Бхашье на основе Веданта Сутры. И вот комментарий Баладева Видьябхушана, на основе комментария Баладева Видьябхушана, он написал такой прекрасный комментарий, и мы вечно благодарны Сиддханте Махараджу, вся слава ему. Мы вечно благодарны ему. И вот если кто-то заявляет, что он Гуру Сева не совершил, а мы совершаем, то это глупо. Разве такой человек может называться преданным, который так заявляет? They are doing some other. They are doing some seva.
Бон Махарадж совершает служение Шридхарадхе Госвами Махарадж, они все совершают служение, нельзя критиковать их. И мы вечно благодарны таким великим вайшнавам, что они сделали в своей жизни. И благодаря этому служению, Сиддханти Махарадж, он исполнил желание Шрилы Прабхупады. Так это или нет? Да, это, и это зовется Гуру Севы. Чтобы посвятить свою жизнь и душу, чтобы посвятить всю свою жизнь, всю энергию, все наше образование, все деньги, все, что у нас есть, мы должны все посвятить ради Гуру Севы. И это зовется подлинная Гуру Сева. Мы должны думать о полном удовлетворении Гурудева. Это зовется Гуру Сева. Кто говорит? Гурудев говорит, Сандипани Муни. До этого момента я говорю об абсолютной истине, то, что чтобы посвятить свою жизнь и душу Гурудеву, чтобы Гурудев был полностью доволен, и это зовется Гуру Сева, я одобряю это, вы совершили Гуру Севу. Даже вы, если посвящаете всю свою жизнь Гуру Севе, то Гурудев очень доволен этим. И вот Сандипани Муни говорит, тушто ахамбо дижо срешта сатья шанту манурата. Я благословляю вас, все ваши желания будут исполнены. Вы исполните все ваши желания, Гурудев. Он благословит. Я благословляю вас. Вы исполните все желания в вашей жизни. Чандянси ято ямани бхаватос бхаванту ихо паратрача. What kind of blessing you see? И какое-то благословение, смотрите, Гурудев говорит. Тушто ахам бхо дижо срештаха шатьяха санту маноратаха. Чандянси аято ямини бхаванту ихо паратрача. How nice blessing! И вот какое прекрасное благословение, Гурудев, он благословил их, чтобы все знания веданты, всех шастр явилось в их сердцах по его благословению, чтобы все значение шастр, оно явилось в их сердцах. И это наилучшее благословение, если Гурудев благословляет меня, о мой сын. Я благословляю тебя таким образом. То это наивысшее благословение. Нам не нужны деньги от Гурудева. Шрила Бхарати Махарадж говорил, если вы желаете, можете собрать кучу денег автоматически. И вот Бхарати Махарадж говорил. Не. By the Vaishnav, everything possible. But I don't think so. Bharti Maharaj, blessing this way. I think I'm a very weak, weak boy. Very weak, weak man. I have no kippa. So, Sandipani going to bless. И вот Сандипани Муни, он благословил их, сказал, что я очень доволен вами обоими. Satyaha santu manorataha, all your... Все ваши желания, они будут исполнены. Чандянси аято ямини бхаванту ихо паратрача.
Но не только в этой жизни, также можно вспомнить Веданту и понять значение Веданты, все шастры, они все явятся. Не в этой жизни, а даже в следующей жизни. Вы, когда вы будете оставлять ваше тело, то вы тоже будете помнить об этом. Смотрите, какое прекрасное благословение. Итам бидхана кинани, итам бидхани, try to understand. Итам I split up. И вот я разделил эти слова. Манекани, башатам гуру вешмани, гуру ронугрехенно иво, пуман пурнаха прасантай. Итам бидхани, манекани, башатам гуру вешмани. И вот так много случаев случилось, вы можете помнить. И вот Кришна говорит, по милости Гурудева ученик может стать успешным. И вот Кришна говорит, о, мои друзья, вы можете вспомнить. Так много подобных случаев было в Гурукуле. И суть Кришна говорит, по милости Гурудева, ученик может избавиться от всего вожделения, очистить свое сердце и обрести такое чистейшее сердце. И вот Кришна... Басатам Гуру Бешмани, Гуру Анукрахе Найва Пуман Пурна Прасантай. Браман, Си Браман Вачо. И вот он сказал, Браман, здесь Браман, значит... Я обсуждаю тему Судамвипра и Кришны. И вот Кришна возвращается к своей... И вот он вспоминает, что случилось в Гурукуле, и вот здесь сейчас Судамавипра отвечает. Когда Гуру говорит, это тоже слова Кришны. Кришна говорит так. Krishna going to quote the quotation of Gurudev. Gurudev is not there. Follow what I say. То есть Кришна таким вот здесь в этом случае цитирует слова Гурудева. Вспоминаю, что Гурудев искал нас, пришел к нам и вот. Ityam vidhana, ityam vidhani anekani basatam guru vesmani. Гуру Рануграхеннайву Пуман Пурно Пушантай. Yes. By the mercy of Gurudev, disciple can get everything. По милости Гурудева ученик может обрести все. Гуру Крипа Хи Кевалам. И вот этот Браман Судамавипра, он отвечает. Ким Асмабхи Нибритам Дева Дево Джагадгуру Бхавата Шатта Камина Джесамбасу Гуру Гуру Абхут. Браман Вачо, Ким Асмабхир, Ким Асмабхир, Анибриттам, Гуру Дев, Дева Дева, Джагат Гуру. You are actually Джагат Гуру. Ты Джагат Гуру. You are actually Джагат Гуру. You are acting. Ты действуешь как Джагат Гуру. Джагат Гуру. You are going to Guru. И ты... You actually Джагат Гуру. Идешь в Гурукулу, чтобы что-то узнать, что это твоя лила. Ты Джагадгуру. Ким Асмабхи, и Ким Асмабхи Ранибритам, Дева Дева Йогадгуру, Бхавата Шатта Камена, Джесамбасо Гуру Абхут. Your living
Ты живешь в Гурукуле. Ты хотя ты изначальный Гуру, и это для того, чтобы дать нам пример. Браман, вот Джагадгуру, Браман Судамавипа говорит, ты мой друг, но я знаю, что ты Джагадгуру, ты Кришна, Кришна Ванде Джагадгуру. Судамавипа отвечает, о, Джагадгуру, ты Сатьяка, все, что ты говоришь, делаешь, все это абсолютная истина. Whatever you do, bhavata satta kameno jesam basu. You are actually satta kam, satta brata. Ты сатья врата. To live at Gurukul. Жить в Гурукуле. To live at Gurukul with you. С тобой. Excellent thing. Это было великолепное время. To stay in Gurukul with you. Oh, what a great advantage! You are Supreme Lord Himself. Ты сам Верховный Господь и я очень доволен этим. Мое нахождение в Гурукуле с тобой, я не мог представить такую удачу. Джасу чандомайам брахма дехе авапанам вибху срилсам тащо гурушу башу оттанто вирамбанам джасу чандомайам брахма дехе авапанам вибху. Твое тело, оно состоит из веданты и прочего. Откуда оно снизошло? Все веданты исходят из тебя, ты изучаешь веданту от Гурудева, что это? И о Господь, Веды и источник всех благ исходит из твоих лотосных стоп. Ты организуешь благо для всех. Я не могу представить такой удачи. О Господь, Веды и все остальное, это все очень благодатно, благоприятно. Это источник всего блага. Твое трансцендентное тело, твои лотосные стопы — это источник всего блага. И ты, идешь, был в Гурукуле, в Сандипане Муни, ты служил ему там. Это подобно обмануты, хочешь одурачить нас. И вот Судамавипра говорит. Ты хочешь одурачить нас, являясь источником. Или с другой стороны, можно сказать, что Кришна, он дает нам пример, как мы должны действовать. Хотя, то есть это подобно драме, такому театру, чтобы показать идеализм нам, как мы должны действовать. Basho attanto virambana. Actually, you are going to set one example. Показал нам пример. Если Бхагаван не будет это делать, то как мы сможем? Обычные люди, если Кришна принимает Гуру, Кришна Верховный Господь, почему не я? Я тоже должен принять Гуру. И вот понимаете, о чем я говорю? Когда Кришна принимает Гуру, когда Рамачандра принимает Гуру, Рамачандра изучил все шастры от Аштавакра Муни. Хотя он был такой инвалид, тело его было изогнуто. В общем, Аштавакра в восьми этих местах. Тело было изогнуто у него.
Кришна изучил все от Сандипани Муни и Бхагури Муни, от Дурвасы он что-то узнал. И Кришна явил такую лилу, и Чайтанья Махапрабху тоже он изучал Видьянагаре, санскрит и прочие науки. И кто нет, все и каждый были в Гурукуле, мы тоже должны посещать Гурукулу, но Гурукула должна быть идеальным местом. Иногда случается, если под именем Гурукулы происходит какая-то ерунда, то мы не можем одобрить этого. Гурукула — это не такое место, кто такой Гуру. Кто-то построил какой-то Гурукулу, назначил обусловленную душу в качестве гуру, и в итоге какая-то ерунда там происходит. И что толку от этого? И таким образом Брахман говорит, и вот начинается следующая глава, и там можно видеть, что Кришна спрашивает. Тут вопрос пришел, нужно ответить на него. Хороший вопрос. И вот мы находим. Брахман Судама Випра говорит, я цитирую несколько шлок и закончим эту главу, переключимся на следующую. Джашо чандо майам брахма дехи авапанам вибху Сриосам тащо гурушу башу оттанто вирамбанам Ити Симат Бхагавате Махапурани Парамахамсям Сангхитаям Байясикшам Тасамасканде Сидама Чарите Ашити Тамо Адхайяха Самаптаха. Okay, now we can start 81 chapter. Си Сукваче, Сукдев Госвами. Now Сукдев Госвами. И вот начинается 81 глава Сукдев Госвами. И вот что случилось? И вот мы. Actually, okay. Actually, now we can go back to the first session of Bhagavatam. Сейчас мы возвращаемся к Шукратал, к Кшетру рядом с Харидваром, где Шукадев Госвами говорил Бхагават Катху первый раз. И вот он говорит Паричит Махараджу и всем собравшимся Риши Муни. Шукадев говорит. Шанкатаям Харихи Сарвабхуто Ману Авигьос Майаманубачатам. This way, и таким образом они обмениваются взглядами. Кришна exchanging view with friend. Кришна Шахитам Диджо Мукхена Сахо Шанкатаям Харихи. Взглядами на какие-то вещи. И вот Бхагаван Шри Кришна, он говорит со своим другом и Судама Випрой, они шутят, смеются. И Кришна спрашивает, я думаю, ты что-то принес для меня из своего дома. Судама Випре стыдно было, но раз Кришна спрашивает, и вот Шукадев Госвами говорит. Сарвабхуто мано абхигьяха смайамано убачатам. With smiling face, и вот улыбаясь, Кришна отвечает. With smiling face, perhaps you have может brought something from your home. Ты принес что-то для меня из своего дома, я знаю, ты не пришел с пустыми руками. Брахмано, брахмано, брахманам Кришно, Бхагаван прохасана приям. Премна нирикшена наиво прекшано халу сатангатихи. Брахманно, брахманно means who is taking care of Brahman all the time. Заботится о Брахмана все время. Брахманам Кришно, Бхагаван прохасана приям. Премна
Нирикшаннайво, пракшан холу сатангати. This way, и таким образом Кришна, who is Brahmanadev, кто есть Брахманадев, кто Brahman, друг Брахманов, Brahman, и Судама Випа тоже Брахман, и Кришна Бхагаван. И вот смотря на лицо Судама Випра, и он смеясь говорит: Брахманно, 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 Брахмано, Брахманно, Брахманно, Брахманам Кришно, Брахманно, Брахманам Кришно, Бхагаван Прохасан Приям, Премна Нирикшанен Наиво, Прекшан Холу Сатангати. Сердце всех саду. Он сейчас шутит. И, может, и принес что-то для меня из своего дома. И вот Бхагаван завтра продолжит. Анитам брахман ме бхаватаха гриха ону опи упохритам бхактвай премна бхури ебо ме бхавит. What speaking? Ким упаянам Анитам брахман ме бхавата грихат. Ким упаянам анитам брахман ме бхавата грихат. Ону опи упахритам бхактвай премна бхури ебо ме бхавит. Если кто-то с любовью приносит что-то для меня, я очень доволен этим. Ким упаянам, что за пожертвование ты принес мне со своего дома. I cannot discuss anymore. Today I can stop here. Си Бхагаван вачо, ким упаянам анитам брахман ме бхавата грихат. Ону апи упохритам бхактвай премна бхури ебо ме бхавит. Бхури апи абхакто упохритам на ме тосахая калпате. Патрам пушпам фалам тоям джо ме бхактя праджачати тадахам Бхакти упахритам аснами праджататмана ванча калпатурвасти кепасинди бхавач патитанам паванабхо вашнабхо. I can explain this sloka. So Гурур Ануграхен Наиво Пуман Пурно Пушантай Ванча Калпатурвасти Кепасинди Бхавач Патитанам Паванабхо Вашнабхо. И вот вопрос был, что такое личный персональный баджан? Хороший вопрос. Когда я повторяю харинам или пою киртаны, читаю шастры, слушаю харикатху или говорю, помню ее, совершаю киртан с преданными, может ли это быть личным персональным баджаном? Но на самом деле мы должны понять, что значит свабаджан. Наш личный персональный баджан. И вот личный абишта баджан. И вот личный персональный абишта баджан. Каково наше сокровенное желание? Он и такой зовется абишта баджан. Мой личный персональный внутреннее сокровенное желание. С каким настроением, желанием мы совершаем баджан? Это зовется абишта баджан. И те возвышенные души, возвышенные преданные, они всегда пытаются достичь цели своей жизни, как Шридхар Госвами Махарадж или Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. У них всех есть цель, и с такой целью они совершают свой баджан. Но не все это знают. Не каждый знает это. И вот наш личный баджан зовется абишта баджаном, и те возвышенные души, они пытаются достичь цели своей жизни. Свабаджан, это зовется свабаджан, абишта значит
Абхишта, значит, сокровенное настроение служения. Что значит абхишта? Это значит свабаджан. Абхишта значит сокровенное настроение служения, которое связано с определенной сварупа-севой для того, чтобы Верховный Господь Шри Кришна был доволен. И вот абхишта значит сокровенное настроение служения, связанное с определенной сварупа-севой для полного удовлетворения Верховного Господа Шри Кришны. Хотя Шриман Махапрабху, он сам Шри Кришна, хотя мы знаем, что он Шри Кришна, Чайтанья Махапрабху, сам Шри Кришна, но все же он хотел показать нам, как совершать уникальные баджаны Кришне с определенной манджари бавы. Махапрабху, он наш идеализм. И Махапрабху показал, как совершать свабаджан. Махапрабху не совершает этот свабаджан перед публикой. Нет, внутри Рай Рамананда или максимально с Рай Рамананда и Сварупа-севой. И вот пытайтесь понять. Хотя мы знаем, что Шри Чайтанья Махапрабху, он сам Шри Кришна, но все же он хотел показать нам, как совершать уникальный свабаджан Кришне с особой манджари бавы. Махапрабху иногда проявляет манджари бавы, гопи бавы и прочие бавы. Нам баджан, он есть самое главное. Нам баджан, он является самым главным. Нам-бхаджан being the most vital means. Средством. Нам-бхаджан being the most vital means. Нам-бхаджан является самым главным. Can be personal и он может быть личным персональным бхаджаном для вас. Нам-бхаджан будучи самым главным. Can be personal, он может can быть be your personal, вашим персональным личным бхаджаном. Но когда вы повторяете или слушаете или читаете харикатху и совершаете киртаны вместе с преданным, с общим настроением, это может не может быть таким персональным бхаджаном. Или может быть, если какие-то преданные очень такие близкие внутренние преданные, то может. И вот я написал два варианта. Нам-бхаджан, будучи наиглавнейшим, может быть вашим персональным бхаджаном для вас. Но когда вы повторяете, слушаете харикатху или киртаны вместе с другими преданными, с общим настроением, то это может быть вашим персональным бхаджаном или не может, поскольку это зависит от того, какое чистое общение. Вы обретаете. Когда Сиддхартха Госвами Махарадж разговаривал с Шрилой Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджем, это мог быть свабаджана.